Это очень большая работа, она на самом деле очень долгая. Это первая настолько долгая работа в моей жизни. То есть подготовка, сама экспедиция, потом еще анализ всех вот этих вот данных. Очень приятно сейчас за это получить какое-то награждение, какой-то результат видеть. Эта победа в этом прекрасном проекте стоила нам больших усилий, большой затраты времени. Мы очень долго подготавливались, очень долго к этому шли. И безумно рады, что наш проект, наша экспедиция, наш поход смогли победить в таком масштабном проекте.